Felipe, né? Берешь себе. А вы, кстати, коня своим не продаете дешевле? Я бы купил его. Ну, вроде погромов не продаем. Не продаем. Вообще ничего своего. У нас нет такого продажи в езде. Опа, уже. Не, у нас один продает этот. Напиши в Pandalors, я тебе скажу, кто ему отпишет, он тебе продаст потом коня. Кто он продает, блять, мне интересно. Марглет ГЦ. Нажми мейнс. А тут ты не выиграл. Так, это. Че у нас по рейду? Адмирал, давай на мага зайдет. Блять. Сука. Ладно, короче. Я не знаю, что делать. Я тебя, блядь, спас, сука, ты мне кинул, блядь, козел ебаный. Понял. Хотя... РДД хватает? Или нет? Или... РДД супер хватает, вон бабл есть, Артемия, Сантей, там, Локина, Лена. Да нормально всё, Лёха, чё ты? Ладно, этот... Давай один трай, если с первого убиваем, то убиваем. Сам говорил, лич быстро упал. Да какое уже с первого трет? Если убиваем, то убиваем. Так, расставь метки и это. И... Убиваем Джайна, идем убиваем МРС на расход. У нас времени хватает и на то, и на то. Зачем МТРС, блин, обы... Я вообще не знаю. Знаешь, так можно сказать даже про целка ХМ. Зачем тебе эта целка? Метки R расставляю? Да, расставь метки и на Мне больше смущает, что у нас милика до жопы. Так это хорошо, значит будут глыбы быстро падать. Значит Джайна будет дольше падать. Два купола и стандарт будет, падать. Не больше. Пух, она на мясо можно пустить, пускай сам идет метеор. Ага, а что с тобой будем делать? Парада, ты можешь зайти на мага или нет? Чего? Ты на мага можешь зайти подамажить? Сейчас нет. Я сейчас даже не... Миша, ты не там, не в помещении. Миша, ты слакер. Короче, расставляй кислых там людей и сейчас приду, пулять будем. Ребят, кто не занят, отпишитесь, пожалуйста, в теме. Если есть какой-нибудь скрин, то как я его получила, киньте, пожалуйста. Лен, я скинул только скрин, что там был этот поезд. Хуйня ваши скрины вот эти. Смотри, это, ты просто пишешь, после ребута пропал лут с босса. Я так и написала. Я предоставила скриншот самого лута, предоставила скриншот, скрины, как мне начислили ГП. Только когда он у тебя там, скрин там с описанием скрин, у тебя в сумке есть. И в сумке. Все остальное это хуйня. Закинь. Но мы же, когда ДВшный рейд нам откатил весь лут, его спокойно рассылали. Не надо было писать. Почему? По скринам ГП. Не надо было писать про то, что ты его уже получил. Просто напиши сейчас. Попроси, чтобы пианист разролил его в рейде, ральни, и пусть тебе его вернут паролу. Все. Тебе его вот так вот за ГП не вернут, я так потеряла две шмотки. Я не знаю, зачем она скидывала, что ей ГП это дали, и что ей отдали этот пояс. Скрин ГП вообще ни о чем не, ни на что не влияет. ГП можно за что угодно начистить. Я тебе дам ссылку, и там будет видео. И там есть лут, там есть твое ГП, там есть все.
Скрин, опять-таки нет ее подтверждения, то есть там тебе нужно открыть окошко. Я поняла, у него походу есть получение. Скинь, пожалуйста, это видео. Пока что это видео находится на компьютере, но будет в Ютубе, ну, завтра я тебе точно скажу. Короче, это... Распределяй кислый людей. Короче, плакот твой пояс. Так, милики, квадбон, ромб, монород, трусы, лага, круг, бродвар, звезда, ход, ромб, коник, трусы, войден, круг. Кончились мужики. Танки. Ну, да нет. Я мусанил. Танки, ромб и трусы определить. А, Хивы, Борисов, адмирал, звезда. Полина, трусы. Усов, круг. Кто остался? А, Элбрю, ромб. РДД. Я в круге. Талим. Ром. Сантей. Звезда. Деорус. Так, трусы. Локи. Круг. Йора. Ромб. Всего бездны. Звезда. Саями. Трусы. Кирс, ты тут? Да, тут. Там запрот просто что-то не тикал. Кирс, круг, кто еще? А, ханты. Артемия, звезда. Бабл, трусы. Никого не забыл? Так, короче, раздаю бафы, ставлю рыбу. Напоминаю, больше урона на первой фазе легче всем. Вторая фаза, второй коллапс. Милики не подбегаете. Это первые две фазы. Дальше локи, СС на рандомные цели. На ласт фазе обновите по себе. Когда купол и этот... И метеориты закрывайте, и метки подальше выносите. Особенно про метки не забывайте. Потому что иначе будет беда. Ласт фаза, очень сильно смотрим лучи и смотрим, блядь, натик не воин. Лена, касается тебя. Трусы метка, это, блядь, не на натик. Я помню. И по поводу купола. На куполе главное не словить фир. Купол отлетит быстро очень. Ваша основная обязанность не словить фир. Если фир никто не ловит, значит все живут. Все, вроде всем, да, раздал? Каски. Даю проверку. Все готовы запустить? Можно вопрос? А где я стою? В трусах. Окей. Я чай наливал просто. Ты понял? Нигде, а в чем? В трусах. Спасибо. Вот такие вагоны. Да.
особенно не слакайтесь с бонусом дебаф. Дикое пламя тоже у них. И старайтесь с ним метеорами рисковать. Только в крайнем случае. Торм? Серьёзно? Кислый пирс, блядь. Вы серьёзно? ДБМ не видите? Вот тебе, блядь, лайк. Встану. Кислого подниму. Так поднимай. Лена, я? Свой БР. Okay. Лена, свой БР оставь. Флагбон вроде сказали. Монород. РДД добить. Шторм. Шторм, еще 20 секунд. В смысле, а где замедление каста? Вот с первым было то же самое. Где замедление каста? Первый нормально прошел. Нет. Нет, Леха, первый как раз таки был такой. В локе замедление каста по боссу. Или Талим, или Дзор. Сейчас я... Пишите. Я третий пролоншу. Нет. Сейчас всем локом, блядь, начислю и заебись, блядь. Рейды, дайте лапку. Ни один лок не вешает, блядь, даже демона. Слейте большого. Заберите одного. Сейчас будет снова шторм. Шторм 10 секунд. Что ты делаешь? Я его забирал. Шторм 5 секунд. Шторм. Чё там хуйню, блядь? Соберитесь, по линии моба висят. Точнее, остритесь, бежите все. На второй фазе кто кидает? Без разницы, кто будет вас кидать. Вот втроем бороться. По шторму сейчас скоро должен быть 30 секунд. Нет, шторм, так, шторм 5 секунд. Тайминг. Шторм. Сразу под портал.
моба-то не светишь. Тот на тебя уезжает. Шторм скоро. Моба добивается. Шторм 28 секунд. Я не могу атаковать. Моба добить. Кнопку готовимся, прожимаем. Прожали. Все, смотрим за костами босса. Ну, сейчас две кнопки было. Ключи. Метки. Метеоры. Блять, меня подфриживает ночью. Бладборн, ты нормально? Я тут залагаю, да. Я не знаю, просто делиться постоянно почему. Это было раньше. Сери. Босс. Сейва не забудьте, босс. Артемия, прости. Метки. Чего? Метки. Чем ты забежала вообще? Боссы идут. Я ж был там. Нет. Ворон. Фаза. Эти метки не выносить. Кого БРить? Ты БР не, короче, Артемию. Кладбана не поднимается, бесполезно. У него фризит, так как и у меня. И смотрите за костами. Главное, чтобы я не проебался. У меня тоже подфриживает Беларусь. Может, это я? Не парься. Окей.
бафы обновить, на ману. Засеките там насчет Гера. Да, засеките. 2 минуты. Боря. У меня ДБМ показывает, я скажу. Натиск. А? Боря. Применение каски не забывайте. Да-да, я кидаю, Долорус кидает. Натиск. Ой, ебать. Боря. Умирал, скажешь. Купол 1 минута 10 секунд. Блять. Не скликнул. Веру там. Метки. Так смотрите, можно натиск. Луч. Хуёвый луч был. Ну дотягивайся, пошёл нахуй, блядь. Возле... Адмирал. Сейчас, купол 20 секунд. Возле квадрата видите полоску? Натиск. Натиска будет. Блядь, хуль ты там делаешь, нахуй? То есть купол будет. Купол. Аккуратно, эфир не ловите только. Купол не забегайте. Лейна, кстати, есть? Угу. Лена, с тебя БР, ПЛ, брил, будет. Угу. Трэш забил. Остей, смотри. Баф сразу по ним дайте. Боря. Косты сбивайте. Луч. Шли все. Какая сова. Аккуратно. Метки. Все по меткам играют. Сбиваем быстрее. Я повис. Буря. Натиск. Бегу наугад. Татьяна. Блин. Буря. Натиск. Натиск. Буря. Нет. Добивайте. Все, убили. Даже не почувствовал. Прибуд. Сломайте метки с холми. Метки ломайте.
третьи вагоны. Че, и резко обычку сможем закрыть, да? Да, давай денег оставим. Там как раз кто-то хочет покупателей найти именно за грудмайкой. А зачем? Кроль магик потом пронесем фастиком и все. Вам там Вема написал в теме, ответь. Да вот сразу в окон. Блин, денег у нас будет пустой, пусть только Кроль магик и Ресхейм. Это плюс полчаса. Ну как хотите. Да вот этот, Ресни. Ален, отпишись в гильдии, да, в этой темке. Да. У кого став есть, но еще осколки не собраны, чтобы отдать вам итам Кужена. Обездны. Обездны. Даю помощника, даю лутера. Открываешь сундук и берешь все итамы. А что его можно заранее собирать? О, Петя. Мне кажется, ли лут один в один, как на прошлой неделе? Колпак 900 ГП стоит? Да. Ничего не надо. Адмирал, ты что, второй вопрос его не заметил? Чего? Ребят, капюшон 900 ГП стоит? Да. Нет, 937. Спасибо, понял. Что, никому больше не надо, только сила бездны на успех берет, да? Ну да. Дожили. Где ШМ-ка на хамта? Да тут только тут двум человекам только фетиш. Мне тоже нужен будет. Ты не да нам на успехи всем уже потом пойдет. Погоди. Все. Конь ГЦ. Спасибо. Как ты его ласково называешь, конь? Я тут сижу думаю, или нет. Не, ласковый это, я не знаю, коняшка, поняшка. Конь. Коняка. Ну чё, Санта, шапки не было? Маунт. Вроде. Ах ты. Я Кирс? Второй раз, вторая. Кто там? 89. 89, Кирс. Тыкай мейн спик. И опять тут ты не выиграл. Так. Сколько можно целка ЕПшки? 3500, по-моему. Лёша, давай за быстрый проход накинь нам чуть-чуть. Да быстрый проход не был бы быстрым, если бы я... Тихо, а что, этого маунта нет? Продавали. Mm? Маунта этого нет? Ну не было. Сколько не... 2400 и 500, 2900. Говорю, у меня маунты только когда я лагаю. Или лич за 200 же, да? 500. Джайна 500. Тогда 2200 и 1000. 3200. 3200. Вот, пожалуйста, Полин выпросил вам 133. И куда теперь эти три девать? Че, РС-ка
или РО? Напишите РСку. Че зачем потом оставлять собираться ради этого? Так вот, это смысл такой. Что же глазки слепают? Блин, капец, я уже около РСки стою, блин.